Вы смотрите прямую трансляцию адского десанта. Жители суперземли, спите спокойно, пока мы стоим на страже человечества. Сводки новостей. Так, выжить надо. Что у нас там произошло в нашей великолепной галактике, пока мы, не знаю, ничего не делали? Ну, так. Я думаю, войны еще хватит. Да, не на один день. Так, киборги там что-то очень жестко хотят там обить войну. Там это, просветленные проснулись опять. То есть их планету разбомбили, но они каким-то образом выжили. Почему они не сдаются? Вот этого я не понимаю. А, ну и жуки каким-то образом сами себя решили воскресить. Мы же их крошим налево-направо, они все не хотят сдаваться. Это очень странно. Да. Что-то у них не то с духом. Такое ощущение, что мы первый раз сюда зашли, потому что меня пытаются научить, как играть в эту игру. Хотя мы-то уже ветераны, по сути. Повторение, мать учения. Да, не говори. Хотя это задолбает. А, блин! Лучше пошел бы в учебку, еще раз прошел бы курс, может, я что-то подзабыл. Ну, можно выключить... Да сейчас, я тут слушаю, как мне робот говорит. Ты адский десантник? Слушай, что я тебе говорю, вот так надо воевать. Так, интересный вопрос, на кого мы сегодня идем? Жуков мы почему вроде уже не сили. Роботы? Почему они не воюют вместо нас? Вот этого я понять не могу. Почему нас отправляют, а не роботов? Ну, потому ладно. Что машина никогда не сможет совладать всеми задачами, которые возлагаются на человека. Да. Искусственный интеллект должен гнить. Машины должны служить во благо человечества. Хотя, с другой стороны, если машинам сделать роботов, они могут выйти из-под контроля, и тогда нам еще и четвертая сторона может добавиться. Ну да, я же об этом и говорю. Киборги уже есть, а ты хочешь еще роботов? Не-не-не, нам же Скай на это не хватало. Так, давай это, решим вопрос, на кого идем? У нас, в принципе, все три фракции, ксенофракции доступны. С киборгами я не хочу сражаться. Просветлен... А жуков нету уже? Жуки еще есть, они себя как-то спасли. Не знаю, видимо, какая-то планета одна осталась, мы ее пропустили, вот они опять доплодились. Давай к ним, потому что там чаще выживаешь просто. Ну не знаю, я бы их к просветленным сгонял. Ты хочешь с ними по... Ну хорошо, только давай не в самую гущу. Ну, нормальное такое задание, ну, чтобы мы могли выжить. Ты насчет просветленных или кого? Ну да. Да. Ну погнали. Выполнять новый противник, свой... с которым мы еще не сражались. Галактический долг. Ведь о нас когда-то сложат легенды. Я бы хотел бы попасть в легенду, я бы хотел бы, чтобы мне памятник поставили. Но что для этого надо сделать, не имею ни малейшего представления. Уничтожить просветленных. Так, поехали. Задание, уровень сложности 5. Погнали. Это разведка говорит, это если они еще правы. Плевое задание для таких ветеранов войны, как мы. Так что думаю, мы в принципе справимся. Так, куда идем? Давай самый низ. Да, вот там где-то. Так. Снизу. О, я забыл свое снаряжение. Ну, наверное, с таким снаряжением я и выйду. Так. Блин, как давно я не был в бою. Аналогично. СОБ припасы есть. 5 секунд. 4 до сброса. 3. Пошли! Во славу пехоты сияет в веках имя Роджера Янга. Но меня это успокаивает хоть. Хорошо, хоть прыжки орбитальные сделали надежными. Они почти всегда срабатывают. Удивительно, что мы 99,9% случаев выживаем после таких прыжков. Да, это очень классно. Это прям уважение к ветеранам. Насколько хорошо все сделано. Так. Так, я сразу вызываю пулемет. Так, да, надо. Какой пулемет? А, я понял, не стационарный. Да. И патроны. Ну давай. Я потом патроны закажу, да? Ты дрон взял? Да. Блин, как это? Что случилось? Я не понял. Нет, я... О боже. А, там кто-то стреляет по нам. Уходи с линии огня. Что это за дичь? Я понял.
Разведка ошиблась! Разведка ошибалась! Это точно не уровень 5 тревоги! Разведка просчиталась! В первые же секунды убили напарника. Нужна помощь. Запрос принят. Нужен новый напарник. Пришлите того, у которого есть мозги. Ангел. Интересно, это напарнику, наверное, оставлю. Ну ёпай, РСТ. Труп. Еще одна тварь. Вот были друзья, вот общались, и все, и нету. Так. О-о-о. Зря я выбрал просветленных. Да что-то как-то вообще не понимаю, в чем прикол. И надо было зелё... Что-то надо было они какие-то слишком жирные. Ой, секундочку. И надо было... Алло. Брать ботинки. Давай-ка я вызову... Какой ночь? Чисто на всякий случай, чтобы ну меня всё. Не убили. Ну, общаюсь. Вот так вот. Общаюсь. Да. Спокойной ночи. Ох, фу, спокойней. Я надеюсь, у них нету ничего такого, что могло бы сразу вырубить робота. Мне полегче, знаешь, я уже себя как-то чувствую. Ой, не-не-не-не-не! Вот эти дроны, это опасно. А тут, в принципе, все опасно, вообще не понимаю, что это за дроны такие. Чуть за просветленные. Дроны это разведка, их нужно быстро убивать. Так куда мы идем? Нам надо. Ну, пока что прямо идем. Удивительно, что с левой стороны. Что мой напарник погиб, и я как-то спокойно к этому отнесся. Снайпера убил. Да потому что всегда есть станция клонирования, где тебя пришлют нового. Да. О, еще один снайпер. О! Вырубил. О, просветленный. О, это священное дерьмо. Да. К нему прикасаться надо с тщательным. Я убил. Благоговением. Просветленный. О, о, о! Есть, убивать. Самое главное убить зонды. Тогда вон флаг, будем поднимать. Подожди, его. Что-то слева есть. Ты жив? Да. Подожди, я что-то не понял, что здесь? Хорошо. Здесь минное поле или как? Вау. А ну-ка, я скину это. Миноискатель. Отойди. Аккуратно, ты что так паникуешь? Отойди. Это тебя же убьет. Я знаю. Это самая глупая смерть. Так. Да, тут мины. Ну давай еще, я прикрыл. О, вызвали подкрепление. Минус топорник. Опа. Кажется, разведка очень жестко просчитала. Здесь все-таки пожестче противники. Ты остался один. Наверное, мне надо возвращаться домой. Да, на суперземлю, там, где тепло, живет жена и дети. Так, ухожу. Все, спасибо. Так, надо уйти. О, священное дерьмо. Вызвать быстро напарника. Так, вверх. Оп. Пошел. Отлично. А. Может быть, мне сразу в пропасть было кинуть? Так, не, я нормально, я же всех убил. Ну, слава богу. Дерьмо вверху. Дерьмо вверху. Сначала миссия. Ой-ой-ой. Так. Оу. Давай попробуй разминировать. Я тебя прикрываю, как да могу. Блин. Блин, вот эти снайперы вообще жесть. Они жесткие. А где мины-то, ё-моё? Внизу, отойди. Прикрываю. Ой, у меня патроны кончаются. Так, мину нашел. Давай. Блин! Чего они такие ты злые? Разминировал, да? Вроде да. Еще один остался. Еще одна мина. Блин, как я не хочу выходить из робота. Отойди. О, есть, нам подкрепление пришло. Отлично. Своевременно. Убило. Джон До. Так, Джонни бой, помогай. Видишь, тут война жестко идет. Да ё-моё! Охренеть! Что здесь вообще происходит? Можно немножко пожить? Ты нашел после... О-о-о! Так, заказываем подкрепление. Он передает сигнал бедствия. Ты правильно делаешь? Еще один десантник. У нас тут полная пачка.
Ай, блин! А ты что не воскресаешь? Так. Запрос подтвержден. Я скинул, сейчас появишься. Давай. Ты снова в ряду живых. Твою мать. Стоп, пулемет. Так где мина-то? Как я не хочу. Прикрываю огнем. Все, мина обезврежена, можно уходить. Отлично, патроны. Так, там направо. Куда нам? Направо. Вверх? Направо, направо. О-о-о! А куда он идет? Блин. Уходи, уходи с линии огня. Да я пытаюсь. Что за дикий экшон, что это за просветленное? Да, надо было, что-то я совсем не сориентировался, что здесь снежная локация. Уходи! Да блин, ты ж на линии огня был. Сейчас, сейчас будет хорошо. Не переживай, сейчас мы тебя воскресим. Запрос подтвержден. Защитное снаряжение на подходе. Ёперный театр. Что я здесь забыл? Пулемет. Давай, давай, давай. Отхожу, отхожу, отхожу. Кошмар! Снайпер! Так, робота нужно вызвать. Робота нужно вызвать. Какой-то ужас. Робота. Да вызывай хоть что-нибудь. Робота. Что-нибудь, робота, что нам поможет. Робота. Блин! Турель, friendly fire. Кого-то сейчас убьет. Господи, что происходит? Меня. Меня убило. Все нормально, сейчас воскреснешь. Блин, да аккуратнее. Запрос принят. Так, добро пожаловать в состояние живых. О, ёлы-палы, дайте пройти. Как же ж я медленно хожу. А с пулеметом еще медленнее. Ой, блин! А, снайпер, снайпер! Перезарядка! Так. Господи, что за дичь тут происходит? Здесь это точно, разведка точно просчиталась. Зуб даю. При этом я ее кастрирую. Это, да. Я даже не знал, что так все плохо здесь. Что так все очень плохо. Мой робот забрали. Отдай робот. Отдай робот мне. Че страшно, он послужит верно. Ехать пешком. А, наверное, я поменяю на нормальный пулемет. Тебя сейчас убьют. А! Вовремя пригибайся, боец, когда по тебе идет лазерный заряд. А, можно ложиться, да? Ну да. Алло, ты точно ветеран? Точно. Я забыл. Ложись. Я все забыл. В шоке боя. Стоп, а че он стоит? Не-не-не-не-не, только не дави меня. Так, здравствуйте. Что мы должны сделать? Может, мы загоргон снова в бою. Нам надо миссию выполнить. Да блин, не стреляйте по мне, я как бы жить чуть-чуть хочу. Все, пора уходить. Помоги мне. Сейчас все будет, подожди. Нет. Снова встанешь живых. Так, нам теперь направо вверх. Давай погнали. На эвакуацию, давай на эвакуацию. Какая эвакуация? Такой... У нас еще не все миссии выполнены. Вы погнали. Психи, какие миссии? Мы не подготовлены. Мы должны выполнить миссию. О, какие же вы все психи. Мы не уйдем, пока миссия галактику... не будет завершена. Галактику спасаете. Спятили. И без ботинков. Да нормально. Я родился и в снегу. Робот мы сперли. Как мы можем спасать галактику без ботинок? Ты не понимаешь. Мы еле проходим 10 метров, а перед нами вся галактика. Нормально. Можно и без ботинок воевать, солдат. Где ты видел героев без ботинок? Только что. Блин, они как на стенки ставят. Идите сюда, сукины дети. Идите ко мне, я отомщу вас. Вам. Вам. За кого не знаю. За техно...
Зачем на жрецов? Так, давайте туда. Так, я троллику в ту сторону скину, пусть защищает. Сколько ребят? Кошмар, что здесь происходит? Мы точно будем жить? Ты жив? Нет? Видимо, нет. Тут турель. Сейчас, подожди. Кто-то должен тебя полечить. Потому что у меня кулдаун. Блин. Нет, пулеметов, если честно, больше проблем. Ё-моё! Кошмар, как же больно. Турель, стреляй давай, ёпарный бабай. О, твою мать, зачем меня сюда сбросили? Что я тут забыл? Снова умирать, да? Где тапочки? Как было просто с жуками. Их так легко было убивать. Они такие простые, ребята. Обычные твою насекомые. Мать. Холодно. Какой холод. Адский холод. Ёлы-палы. И без ботинок. Что же, блин? Что я тут делаю? Я могу вызвать хоть что-то. Я не могу ничего вызвать. Цель достигнута. А нам еще флаг поднимать? Конечно. Да, ребята, как же без флага? Бойцы. Как же мы как без же флага? Без флага на чужеродной планете? Ведь главное, без ботинок мы можем. А без флага без флага нет. Мы не уйдем. Пока миссию не выполним, никто отсюда не уйдет. Ну давай, догоняй, догоняй. Давай, боец, марш-бросок. Попробуй с пулеметом бегать. Ты попробуй побежать с пулеметом. Ничего страшного, я с миноискателем бегаю, не жалуюсь. По снегу, без ботинок. Когда вокруг враги. Как этим бороться? Ой, хоть кто-то турели поставил, молодцы. Я залягу, наверное, я залягу. На дно? О, танк, ребята, танк. Тяжелая артиллерия подъехала. Ясно, теперь мы победим. Все, спасибо, ребята. Так, главное... Главное... Сейчас все будет нормально. Блин, танк застрял, кажется, немножко. Держаться. Так, где противники? Идите сюда. В танке хоть надежно. Все, можем эвакуироваться. Отлично. Это прекрасная новость. Я просто счастлив. На эвакуацию. Так наверх. И поехали. Поехали наверх. А, вы вдвоем в танке, отлично, поехали. Да, хоть тепло. Ты понимаешь, тут тепло. Вот тут можно и без ботинок. Ну слава богу. Вот, хух. Блин, сзаду стреляют. Что-то мы не едем никуда. Я не ребята. Понимаю, я уже готов уезжать отсюда. Так, давайте, а что все стоят? Мне тоже вот непонятно, что не так. Эй, блин! Friendly fire! Я из танка выходить не буду. Слишком холодно. И меня могут раздавить. Нормально. Ребята. Меня командование решило авансом скинуть вам. Забирай пулемет или что-то такое. Блин, ребята, вы аккуратнее. Ну так, я могу что-то сказать? У, Игрик. Всем эвакуироваться, ребята, чего мы здесь стоим? Ой, не-не-не-не-не-не-не. Кажись, танку все. Да, танку все. Все, уходим. Это плохо. Это очень плохо. Уходим, уходим. Ногами своими идти. Блин. Оба. А, там стенка. Убили. Давай, там стенка, ты не можешь пройти. Давай слева обходи. А вы пытаюсь обойти. И снайпер по мне стрелял. Уходим. Но я выжил. Уходи с маяка. Тебя ж убьют. Нормально. Я пытаюсь уйти, но я не успеваю. Блин. Своего прибил. За неповиновение смертью карается. Ребята, помогите. Помогите, я сам остался. Ладно, уходим. Его не спасти. Нет! Мы должны эвакуироваться. Я держусь, ребята, возвращайтесь. Мы должны эвакуироваться. Уходим. Мы должны жить. Быстрее перезаряжайся. Отлично, уходим. Так, сейчас вы придете снова. Мир живых. Мамочка, снова мне придется. Время уходить с пулемета. Я хочу без пулемета. Вот.
Ребята. Блин. Время уходить. Это большая ошибка. Это была большая ошибка. Ступать в этот... Иди сюда. Блин! А, снайпер! Нет, кого-то у нас потери. Убило. Сколько человек погибло. Ой-ой-ой-ой-ой. И ни одного просветленного, как-то да. Ай, блин. Время уходить. Я пытаюсь их убить. Я стреляю куда? Я не вижу, в кого я стреляю. Но правильно. Нужно... Правильно делаешь, Бейт, стреляй. А, нет. Дружище, эвакуируйся ради всех нас. Уходи с этой чертовой планеты. Уходи отсюда. О, черт! Оба. Он пожертвовал вот собой, чтобы мы жили. Били. Он пожертвовал собой. Умри, тварь снайперская! Он пожертвовал собой. Самое главное выжить. Блин, самое главное выжить. Ничего, мы будем жить. О, как же мы не подготовлены были к этому бою! Ничего страшного! Ничего с собой не взяли. Мы все равно победим! Особенно, как вы поняли, ботинки. Особенно ботинки. Все равно победа ждет нас впереди. Противники падут. Наконец-то! Идите вон отсюда, с этой проклятой планеты! Домой, домой! Да, ой! Уходим! Уходим с этой чертовой планеты, она слишком много наших положила. Ёлы-палы, сколько ребят погибло, сколько ребят. И причем я их знал 5 минут, буквально 5 минут, но ребята точно были хорошие. Плохих в дизайн не берут. Конечно. Ох, какой дорогой ценой достается победа. Только теперь понимаешь, вот когда вернулся домой, я больше не хочу воевать. Почему-то я хочу мира. А эти жуки не сдаются, проклятые, и эти просвещенные не сдаются, и мы будем идти до конца. Как же иначе? Как же иначе? Джон До, не спи! Мы вернулись назад, чтобы потом спуститься снова в этот ад, в этот ледяной ад. Я в этот раз уже ботинки возьму. Так, еще одна миссия, бойцы. Еще одна миссия. Время учиться. Пистолет может прокачать таки. Ну, сам решай. Да, то, наверное, я буду качать себе пистолет на всякий случай. Стоп, а сколько он требует? Боеприпасы. Ну. Нет, что-то не работает. Я разучился, наверное, прокачивать. Ладно. Да. Все, мы выбрали, куда мы теперь идем. Мы идем на следующую миссию. А хоть что надо будет делать? Ну, разведка. Как минимум нам надо будет стрелять по противникам. Вот это вообще я не понимаю, ребята. Мы идем на смерть фактически и ничего не знаем о миссии. Как-то так разберемся. Так и надо. По ходу дела. Это несерьезно. Так долго не проживешь. Я не буду в пулемет брать. Ну его в баню. Я возьму что-нибудь другое. Так, он это у нас зимняя миссия? Я возьму да, еще снег. Одного робота. Я башмачки все-таки взял. Я тоже башмаки взял, потому что нет. Потому что сколько людей погибло из-за того, что не взяла зимнюю обувь. Сколько? Ты не представляешь, сколько, оказывается, нехватка обуви, трагичные обстоятельства. Сколько хороших ребят умирает из-за того, что им не хватает обуви. Тогда, потому что они не могут бежать, потому что им в ноги холодно. Обморожение, ампутация конечностей, все. Люди инвалидами становятся. Это если им еще повезет. О, твою мать, я никогда не думал, что из-за ботинок столько людей погибнет. А-а-а! Так, давайте вызывать. Уходи! Огонь! Противники уже в пути. Так, давайте-ка вот это вызовем. Противник уже нас засек. Да я понял. Ну что я могу поделать?
Красиво. Какие-то пидорасы снова украдут мой робот. Сволочи. Пидорасы, блядь, убили меня с орбиты. Это было целенаправленно. Они взяли с орбиты, убили меня припасами и забрали мой робот. Отдай робот. Отдай мне мой робот. Верни робота. Сволочь, отдай мне робота. Я не хочу здесь бегать вручную. Давай робота. Парни, дайте мне патроны забрать. Ладно. Бэк, дай мне робота назад. А? Ясно. Не доставайся же ты никому. Дайте взять патроны. Но я не сдамся так легко. У меня есть еще один робот. И хорошо, что я взял их несколько. Хорошо, что командование нам постоянные поставки роботов дает. Робот мой, робот. Миленький робот, спаси меня. Отлично. Отлично, прекрасно. Это просто хорошо. Главное теперь, чтобы меня не убили. Забираем и идем. Давайте задание. Уходим, уходим. Вверх, да. Я наконец-то в безопасности, в защите и в тепле. Слава богу, наконец-то. Мои ноги в тепле. Блин, а здесь хороший унитаз. Знаешь, вот правильно, что в этом роботе есть унитаз. Обосраться нужно. А как это робот без унитаза? Ты подожди. А как нужду справлять? А вот раньше первой модификации они были без. Сумасшедшие. Они были без. Да я тоже считаю. Это вообще бесчеловечные конструкторы, теперь конечно. Теперь бы еще ему прыжковые двигатели приделать, был бы вообще супер-пупер. Так. Что слишком много хочешь? Хух, я в такой безопасности в этом роботе, просто вы непередаваемо. У меня даже есть шансы выжить. Ничего себе. Это прям привилегия на этой войне, выживать. Это большая привилегия. Почти как ботинки. Да не, ботинки это прям роскошь, я бы сказал. Так, нам теперь направо наверх. Пошли, бойцы. У вас слишком много задач. О, снайпер по мне стреляет. Фиг ты убьешь меня, потому что я в этой боевой машине смерти. Ходячий унитаз. Да. Я, правда, вообще ни по кому не стреляю, ну это как-то странно. Ну да ладно. Значит, есть кому другому убивать. Ты будешь пугать противника своим внешним видом. Этого более чем достаточно. Я как натужусь! Как натужусь! Тогда и не испугаются. Я уверен. Конечно. О, священное дерьмо, вот забираем. А оно просвещенное? Оно. Конечно. Святое, как-то ты не понимаешь, что у них на планетах любое дерьмо просвещенное. Дух какой-то. Да, даже его. Зачем? За что ты меня убил? Я думал, мы друзья. Мы вместе всю войну с жуками прошли. Как ты мог со мной так поступить? Кого я убил? Я никого не убивал. Да ну! А что это за большая дырка от крупнокалиберного орудия у меня посреди груди? Я убил своего. Нет, я бы посмотрел повтор и увидел это. Как я мог убить друга, которого я знал, в принципе, один бой. Ну, ну ладно. Как я мог это сделать? Ну, война, она такая. Иногда убиваешь друзей, иногда знакомых, иногда любимых, иногда лучших любимых киноактеров. О, патроны. Что-то вот я не чувствую особой эпичности в этом всем. Ничего, сейчас будет, мы идем направо. Там надо не разорвавшиеся снаряды обезвредить. В таких местах обычно очень много опасности. Да. Стоп, чтобы на меня только капсула не прилетела. Тут, кстати, святое дерьмо, ты видел? Где? Вот оно, возле меня. О боже мой, это святое дерьмо! Это не я. Срочно доставить на суперземлю для изучения. Мы же в богов не верим. Мы атеистичное государство, но говорят, в этом дерьме священный дух хранится. Не, я не понимаю, почему вы все решили пешком ходить. Это странный выбор. Я тренирую ноги. У меня утренняя пробежка. По зимнему холоду. Мне хорошо. Ты псих. Нормально. Меня в учебке всегда твердили. Если хочешь, чтобы у тебя был не только сильные ноги, но и крепкий дух, бегай по утрам. Кажется,
Мне кажется, что кроме интеллекта, еще и психбольным надо быть, чтобы в десант попасть. Нужно быть ударенным, это по-любому. Но поскольку я в десанте, то я тоже ударенный. Конечно, все мы тут ударенные. Так, невидимки. Так, поехали. Веду огонь по противнику. Какому дурачку пришло в голову скинуть идею? Так, а можно же прямо в этом вызывать, да? Отлично. Так. Веду огонь по противнику, снайпера уничтожил. Высадилась какая-то дебильная турель, я не знаю, как это называется. Будем называть его яйцо. Яйцо дебилизма. Полное название... Яйцо дебилизма. Весело, хорошо, яйцо дебилизма, так и будет. Согласи, яйцо дебилизма. Я пока не... Еще одно яйцо дебилизма, уходим, я уничтожаю. Уходим, миссия выполнена. Взорви, и я уничтожаю, я уничтожил два миссия яйца дебилизма. Миссия выполнена, время уходить. Чем быстрее, тем лучше. Задача выполнена. Все. Два яйца дебилизма уничтожено. Самое время эвакуироваться. Блин, священное извини, дерьмо! Джон-бок-бундо. Аккуратнее же, я же хожу тяжело. Ты же права на меха не получал, да? Я правильно понимаю? Как это не как получал? Как и все. Я лучший мехвод. В истории. Курса. Курса, который состоял из одного человека, да? Спецкурсы подготовки. Мехводов. Нет, нас было 10 тысяч. 10 тысяч человек. А выжил один, да? И знаешь почему? Потому что да, именно дерьмо. Ты. Святое дерьмо! Отлично. Все забрали. Молодец, десантник. Суперземля будет тобой гордиться. Нет, во время обучения погибло 10% состава. То есть нас было 10 тысяч, осталось 1000. 10 тысяч процентов состава? Да, из 10 тысяч, 1000 погибло. Потому что они были недостаточно хороши. Потому что они тупили, потому что они прочие вещи делали. Срали где не надо. Яйцо дебилизма уничтожено. Повторяю, штаб, яйцо дебилизма уничтожено. Веду огонь. У нас минута до прибытия шаттла. Все нормально. Робот не может вынести. Все в порядке. Веду огонь по противнику. Еще одно яйцо дебилизма. Открываю огонь. Уничтожено. Цель уничтожена. Ой, нет, десант только не по мне. Патроны. Аккуратней. Берите патроны. Нет! Это предательский сброс танка на наши головы. Кто вызывал танк? Нам не нужны такие слишком большие резервы. Держитесь, осталось 30 секунд. Я не думал, что в армии столько людей умирает от сброса танка на своих, от высадки на своих, от нехватки ботинок. Сколько людей умирает... Послушаешь в адском десанте и такое узнаешь. По глупости. Блин, ёлы-палы, хорошо, что я под конец боя высадился. Мне только чуть-чуть продержаться. Нет! И все отлично. Этот адский десантик сегодня здесь не умрет. Оу-оу-оу-оу, ребята. Самое время уходить, самое время уходить. Миссия выполнена. Да-да-да, уходим. Ух. Ну я 10 секунд в бою. В первый раз увидел бой, это хорошо. Это очень хорошо. Хотя всю войну с жуками мы прошли, но тем не менее ты бой только сейчас увидел, да? Да-да. То был не бой, то была разминка перед боем, я правильно понял. Ну, главное, все равно зачтется, что я, типа, участвовал в бою. Хотя, это такое дело, лучше иметь опыта настоящего, чем галочку, что я, типа, участвовал в бою. О, поздравляю с новым вооружением. Спасибо. И у тебя есть... И у вас есть ваше очко, это просто потрясающе. Это самое главное. Когда у тебя есть очко. Человек. Особенно, когда она научная. Ну, мы же в 21 веке. У нас не бывает религиозных очков. Это правильно. Аверго Прайм захвачена планета. Поздравляю вас, десантники. Да! Вы справились ура! На отлично. Ура! Мы победили, блин.
я 10 секунд участвовал в бою. Ну мы победили! Мы это сделали! Да! Вот это да! Но я в следующем бою покажу себя лучше. Вот, я оправдаю то, что участвовал в захвате этой планеты. Хотя как-то неудобно получилось. Я 10 секунд участвовал и получил все награды планеты. Смотрите в следующей серии! Война с просветленными набирает обороты, и в наших рядах поселилась паника. Как будут справляться с такими опасностями наши бравые адские десантники и превозмогать страх и боль, вы узнаете в следующей серии «Адского десанта».